Приветствую всех, друзья, кто смотрит это видео. В данном ролике хочу показать вам одну очень полезную и функциональную идею, которая хоть и не новая, но благодаря тому, что основана она будет на такой надежной детали, как ступица, самоделка должна получиться практически неубиенной и весьма качественной. Думаю, мы убедимся в этом в конце видео. Ну, а пока немного рабочего процесса. Погнали! Thank you.
Ну что ж, самоделка готова к эксплуатации, поэтому приступим к тестированию. Главной целью при создании данного инструмента была работа с кровельными кронштейнами для водостока. Согласитесь, с такой приспособой гораздо приятнее работать на крыше, нежели тащить туда тиски или еще как-то извращаться, пытаясь загнуть кронштейн в нужном месте и на требуемый градус уклона крыши. А благодаря данной самоделке эта работа доставит вам только положительные эмоции. Благодаря ограничителю градуса загиба, а также этим нескольким трубкам разного диаметра, можно контролировать и градус наклона крыши, и остроту загибаемого угла. Ну что ж, надеюсь, вам понравится данная идея и кому-то пригодится для своих нужд. Всем спасибо за просмотр. Будет приятно обсудить ваши вопросы, пожелания и предложения в комментариях. Пока!